Всем привет, с вами Ванок, и я бы хотел пригласить вас на стрим по Kingdom Come Deliverance, который состоится уже буквально скоро. Игрушка сама выходит во вторник, утром еще в 11 часов по московскому времени она выйдет, но понятное дело, что в этот же день я ее постримить не смогу, поэтому сам стрим состоится в среду в 19:30. Соответственно, я успею немножечко подготовиться, и мы полностью посмотрим азы игры, то бишь посмотрим на вступление, посмотрим что да как. Понятное дело, что полное прохождение ждать не стоит, тем более, что займет оно явно больше, чем может продлиться мой стрим. Но, тем не менее, игрушку мы посмотрим, потому что событие знаковое, событие действительно важное. Эту игру мы долго ждали, эта игра всячески на нашем сайте и на моем канале рассматривалась, педалировалась, различные ролики мы по ней посмотрели, различную информацию, смотрели мы и альфу, и бету. В общем, проще говоря, этот стрим я пропустить не мог, я его давно уже прованговал, что он будет, но вот сейчас говорю о конкретике. Ну и, кстати говоря, к стриму я очень хорошо подготовился в техническом плане. Вы помните мою давнюю историю о том, что когда-то этой игре явно на моем компьютере не хватало SSD и оперативной памяти, в итоге я их приобрел. Но в этот раз я еще и немножечко потянул видеокарту, я об этом тоже рассказывал после стрима Conqueror's Blade. В итоге я, в принципе, вполне подхожу даже не к минимальным, а к рекомендованным системы требования. Мне кажется, что все-таки там немножко получше выглядит, как видеокарта требует GeForce 1060. Но, в принципе, в целом нормально. Если что, соответственно, также потребуется 16 гигабайт оперативки, процессор i7 частотой 3,4 ГГц и, соответственно, еще и до кучи нужно иметь 40 гигабайт на жестком диске. Ну, в принципе, такие требования достаточно терпимые по нынешним меркам. Нет таких каких-то совсем уж жутких вещей. Ну и плюс, вроде как, игрушка должны были оптимизировать за долгие годы разработки и т.д. и т.п. В общем, поживем, увидим. Конкретику выскажу уже на самом стриме. Так что увидимся скоро.